Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Oppo A53 перейти в режим Recovery. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство, удерживая кнопку включения. И затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз на несколько секунд одновременно. После того, как экран загорелся, можем отпустить кнопку включения и продолжаем держать кнопку громкости вниз, пока не появится меню Recovery. Здесь мы можем выбрать язык. Давайте выберем английский. И в меню Recovery у нас имеются такие опции, как Install from Storage, Online Update, Wipe Data, Reboot и Power Off. Если же вы хотите выйти из режима Recovery, можете выбрать опцию Reboot, чтобы перезагрузить ваше устройство, или же Power Off, чтобы его выключить. Давайте перезагрузим наше устройство. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.